Рекс, я как бы не настроен с утра играть. Я с утра настроен работать. Мы с тобой гуляли. Да? Мы с тобой играли. Давай прекращай, дай мне с людьми поговорить. Да ты маленький мой. Ты мой малышонок. Итак, дорогие друзья, утро, как вы поняли, да, с утра я начинаю работать. И Рек, как только это завидит, пытается всеми силами меня от этого отвлечь. Но не удается это ему почти никогда. Так, сегодня мы с вами будем делать натюрморты с тряпочками, со штофом по-немецки, да, или с тканью по-русски. Я сейчас ездил в магазин, но выбор у нас как бы в этом магазине очень слабый, а те, которые специализированы, они еще закрыты пока. Поэтому не удалось мне купить то, что я хотел. Ну, сейчас я вам покажу, что. Ну, во-первых, что мне удалось, это вот давно хотел что-то такое в виде мешочка, да? Это наволочка, я так понимаю, для какого-то там, не знаю. Но мы из нее сделаем мешочек. И туда поместим, скажем, мандарины. Вот так. Видите? Будет красиво. Видно, нет? Вот так. Вот. Вот так. То есть, вот так можно уже там внутри положить чашечку и наверх выводить мандариночки, пару листочков, и готово. То есть, это очень хорошее приобретение. Далее я хотел синий материал купить, блестящий такой. Ну, не судьба. Поэтому пришлось вот взять такую маечку, у нее был, как она, скидка большая, поэтому будем использовать маечку, если что. Хороший такой, ненавязчивый, бело-коричневый материал. Ну, это уже полотенце, хорошо. Второй я сделал более светлый. Прикупил, тоже пойдет. И третий такой непонятный. Что-то голубое, белое может понадобиться. То есть вот так будем выкладывать. Я думаю, что будет неплохо. Давайте действительно начнем с вами с простого. Ну, разминочку сделаем. То есть сделаем мешочек и туда положим апельсинчики, и, ну, вот так уложили. Я вижу, что здесь тоже бы небольшой не помешал, вот так листочек, вот так. Ну и все, сейчас будем снимать. То есть вы уже поняли, что я хочу. Я хочу в этот раз посветить отсюда, вот здесь, здесь и здесь. Снимать я буду сверху вот так. Посему именно так. Так, ну посмотрим, что мы тут наснимали. То есть разная выдержка, разное освещение. Пересветы, понятно. Можно и убрать пересвет, если уж на то пошло. Но только потом заметил, у меня тут обрезаны идут листочки. Ну и я пробовал там подержать подольше, здесь подольше. С этого угла вот красиво, допустим, да? Мне нравится. Так, отметим ее. Хотя и обрезана. Ну, давай посмотрим, где я вытащил ее из обрезанного. Ну. Ну, не знаю, как бы. Свет немножко не
Хотя вот этот нормально. Этот нормально. Вот этот. Если мы там продолжим черное. А здесь сделаем. Вот этот. Давайте мы его возьмем. Так, ну, температура меня не устраивает. Вот, температура должна быть вот такая. Да? Оттенок. Пускай оттенок оставим как есть. Так, света. Нет, не надо нам тени. Тени нам не мешают поправить белые. Так. Затемнение. А почему нет? Вот так. Далее четкости добавим маленько. Красочность надо нам. Да, почему нет? Красочность добавим. Насыщенность. Ну, тоже немножко. Народ любит насыщенность. Вот так. В принципе, готов открыть изображение. Так, сейчас мы его покрасим наверху, ну, чтобы лишнего не делать. Давайте сразу мы его заданной пропорции. Ну, вот так. Такие вот заданные пропорции сделаем. Да и все. Изображение кадрировать. Угу. Далее новый слой возьмем поболее. О, нет, так не надо делать. Опять же отсюда пойдем, да и все. Вот так. Тут удалим ненужное нам. Сам сохраним текстуру дерева, насколько это возможно, да? Здесь инструмент восстанавливающий кисть. Так, собираем вместе сначала, собрали. Чуть больше. Хорошо смотрится дережечка эта с листочками. Убираем ненужный хлам тут. Вот так. Некоторые говорят, а зачем тебе там это, вот эта вот щель? Да интереснее так смотрится, да и все. Как бы не просто черная, а вот на что, на чем-то она таком интересном лежит. Да и все. Че пристали-то? Кстати, на будущее вам, вот здесь бы не хотелось бы, конечно, листочек побольше, да? И он бы просветился, было бы очень симпатично, ребят. Так, ну сейчас еще посмотрим, что у нас тут. Ну, тут уберем, тут, тут. Хорошо. Ну, здесь не надо никаких, наверное, нам
затемнение, так все есть. Единственное, что я попробую сейчас, не знаю, понравится мне, нет. Так, вот листочек чуть-чуть двернуть его. Убираем маску, ставим Ctrl-I, берем нашу белую кружочек и пробуем. Да. Ой, это перебор здесь. Это неестественно. Убираем непрозрачность до 29 и пробуем. Вот так. Также здесь и здесь. Все, ребята, вот так вот у нас в мешочке типа находятся мандаринки. Ну что ж, разминку сделали. Теперь подумаем, как что-то посложнее сделать, да? Ну-ка, еще подождите, я хочу посмотреть, если я вот тут, тут у меня плосковато получилось, поэтому я хочу сейчас вот это место тоже, непрозрачность 70, вот тут подмять ее, как бы тень сделать, хорошо. Есть. А теперь точно все. Ну все, до следующего раза. Пока.